Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить глобальные моды к Скайриму. Я записываю сразу же третью серию, поэтому не серчайте, название мода я по-прежнему не выучил. И чё это за хрень? Судя по всему, ловушка. Ну почему бы и нет? Стоит. Не горячитесь, парни. Фу, слабаки. Фу-фу-фу. Фу быть такими. Я бы один справился лучше. Так. Мы по-прежнему находимся в кургане Змеиного Зуба. В прошлой серии мы почти всю серию путешествовали. Добрались такие до этого кургана. Прочитали дневник, поговорили с дедом, который... С ученым, с магом, который изобретает новое заклинание по переселению сознания в драугров. То есть это позволяет нам буквально управлять ими. Это интересно. Но поскольку бандитос кого-то тут закрыли. Вот я не люблю напарников, они тут очень тупые. Мне нравился только один напарник, который у меня был за всю вообще историю. Это был Барт. Кто-нибудь есть? Почему вы синхронно разговариваете? Какого хрена? А где лучница? Ага, все на месте. И кто мне всадил в спину эбонитовую стрелу, а? Лучница, ты меня допросишься. Здорово, палач. Чё охранял? Ничего не охранял. Поэтому жопа тебе. Без лишних разговоров. Дайте, дайте пройти. Ой. Хороши. Ага, неожиданно. Ой. Чё, опять же предсказуемо, да? Окей. Не почувствовал я этой ловушки. Ну да и ладно. А чё, куда идти? А, он тут сверху был. Не надо. Это сам... Все нормально. Блин, большие. Большие такие тут. Кто-то тут, смотрю, обезоруживанием пользуется. Они что, вообще больные? Я ж весь в тяжелой броне. Меня вообще перекинули. Сладкрасис. Фу, я уж думал, моего запинали. Победа за тобой! Я сдаюсь! Тебе не взять вверх! Что это вообще было? Люди, кони, кролики. Всякое говно тут повыскакивало со всех, блин, дырок. Холо.
Че там тут жрали? Кожу сдирали. Так. И куда я, блядь, пришел? Вот куда? Никуда, правильно. Абсолютно тупиковая, бесполезная хрень. Че бывает? Хотя с точки зрения, в принципе, реализма, то есть для чего-то эта комната, это помещение, так сказать, использовалось. То, что оно не несет никакой целевой нагрузки для меня, это не значит, что оно не нужно. Откуда я пришел? А, я же не был в этом зале. Тогда это хорошо. Тогда все куда банальнее и проще. Никаких секретов вроде нет. Но вот это место меня немножко настораживает. Вы чё, блядь? Что за зерлинг? Вы чё, зерлинг? Вы чё, безумие, что ли? Зерлинги? Если бы мы были в реальной жизни, ты бы уже победил. Потому что замахнуться двуручным мечом и ударить, это серьезно. Это серьезно. Что за хрень? Что там такое? Срота, блядь. Давай, пацан. Блин. Полегче. А, смотрите, дерутся тут. Чё, как дела, пацаны? Вроде разобрались, да? Прости. Подвернулся под руку. Тут кто-нибудь есть? Мародёр. Чё-то я опять спидраню, конечно. Я сомневаюсь, что тут что-то полезное, ценное и интересное мне встретится. Ой, я уже куда-то добрался, тем не менее. Да, крипта. Или крипта. Кому как угоднее. Мы добрались до какой-то, в принципе, интересной вещи. Полезной даже, наверное. Надеюсь только, что в этих подземельях не будет черных книг. Потому что я это дело ненавижу всей душой просто. Всем сердцем и всей душой. Драугар военачальник, зря ты вставал. Сидел бы спокойно, тебя бы никто и не трогал. А так, ты меня спровоцировал. Чё тут есть? Тут у нас есть драугры. Вот ты встаешь. Конечно. И ты. А, ну ты уже встал. Ебона мать. Чё, больные, что ли? А если я начну фусрудой? Шарашить. Чё от вас останется? Конченые. Не. Это по-любому какая-то ловушка. Поэтому нахер ее. Вот.
Все нормально. Куда-то мы таки продвигаемся. Хотя я повторюсь, я, по-моему, спидраню. Надо более осмотрительно проходить эти крипты, но не люблю я крипты. Не, одни просто однообразные, тугие. Это глупо, по-моему. Делать тупо весь геймплей именно на этих криптах. Зря я вышел, да? Хорошо. В таком случае мы вернемся обратно. Но мы знаем уже, что тут есть выход. И это довольно-таки хорошо. Так, а где тут по карте следующая метка? В принципе, недалеко, вот по тому коридору. Поэтому давайте-ка быстренько туда. Все довольно прямолинейно. Никаких перспектив. Что? Здесь? Враги, в принципе. Подожди. А что? Как? Почему? Куда? А, чё, всё. Безунчик. Хорош. То сейчас еще порежет моих. Путевых напарников. Подъем. Чё спим-то? Замерз, ребят. Чё это за херь? Как они могут меня так пинать? Тяжелая броня прокачана. Какого хрена? О, блин. Чё за записка? Был хреново читается. Ладно, кто разберет, тот и поймет. В принципе. Ржавый коготь. Ладно, берем. Давайте посмотрим, что там. Как эта херня открывается? Р. Вот он. Ржавый коготь. Это птица, это херня и змея. Птица, херня, змея. Ты чё тут лежишь, искатель приключений? Чё нашёл? Особо ничего не нашёл, кроме смерти. Нашла. Это интересно. Ну конечно, зерлинги. Давайте-ка сразу вот с этими разберемся.
все-таки военачальник. А чё тут есть? But I figured it was about time I caught up with you. I believe the dragon cult referred to an underground magma chamber in their text. Dimfrost, as they referred to it. There may be a way into. Но тут ступенек нету, правда? Ну, конечно же, нет. Ладно, чё? Что, первый раз чешь? Две мерзкие руины. Загнядов полымя. Талморский солдат. А вот это неожиданно. Какого хера? Что вы тут делаете? This is more unpleasant than I thought it was going to be. Can you hear me correctly? Falnar, such a bother to work with. Nevertheless, it is intriguing that the Dwemer have built such an extensive city on an island so far away from the mainland. No doubt the Thalmor. Anyway, important things first. We should be looking for signs of where that dragon of yours could be roosting. Let's stick to the road and see where that takes us. Говорящий Фалнер? Surely. Must have better things to do than to bother an old man. Расскажи-ка ты о себе. Oh, I'm just your average, run-of-the-mill, a humble mage, a studying the Draugr on this island, while getting pestered by useless lots at every turn. И давно ты тут? Here? I can't say for sure. At least a lifetime, maybe more. Фалнер, разумный. Это странно. Как минимум, странно. Чем я могу тебе помочь? I suppose there is something you could do for me, if you're up for it. I'm running low on wisp wrappings. I only have a couple left, and they're absolutely critical to my experiments. Bring me five.
and I'll give you some sort of enchanted weapon. It'll be useful for hitting things. That is what you adventurers do, right? Wait! 5 might be too few. I might run out too quickly. Better make it 8. Or 15. Scratch that. 8 should be enough. Where is it? Хорошо, где я могу эту хрень найти? If my calculations are correct, you can find them wrapping wisps. That's the most likely place you'll find wisp wrappings. I'd send a draugr to find them for me. But have you ever tried shipping a draugr to the mainland? The East Empire Company would have none of it! Объясни мне, какого хрена? Ну, я видел, в принципе, фалмеров до превращения, какими они были. Но, блин, какого ж нахрен? Не понимаю. Вот этого я действительно не понимаю, потому что фалмеры, они были прокляты и превращены вот таких вот глупых, слепых, жестоких созданий, у которых остались только инстинкты. Предсказуемо. Ладно, давайте зайдем в этот морозный туман. Я так понимаю, что мы двигаемся. Gods, I've never seen such a thing. Did the Dwemer build all this? They disappeared long ago. Nobody has since been able to work out why. Some say the Dwemer's disappearance is related to the heart of Lorcan, but that's for scholars, not adventurers such as we. Stay focused. Это мы смотрели именно на вот это место, помните, на балконе, с которого не было выхода. Ладно, это как минимум интересно. Это что-то вроде черного предела. Но тут немножко все по-другому. Хотя нет, нифига. Все такое же. Все такое же красивое и величественное. Почему ты режешь меня, дебил? Ладно. Не будем сердиться. Все нормально. Просто конченый NPC. Все в порядке. Так, мне нужно туда. Я могу спрыгнуть. Это глупо. Нет, меч лучше не прятать. Давайте-ка мы пропрыгаем это дерьмо. А почему нет? Я ведь смогу. Нет. Я смог. У меня получилось. Хорошо. Че, вы сюда свои хитиновые войска вызвали или че? Доберутся ко мне мои бравые войска, я уже тут порешаю все проблемы. Они крепкие, тем не менее, довольно таки крепкие скоты, с одного удара не ложатся, несмотря даже на то, что у меня урон с руки довольно приличный, так как вы видите, 623 единицы.
на сильным ударом, это почти штука. Это там больше, чем 1000, потому что там на 60 или на 70% урон возрастает. Блин, большая такая территория. Это все-таки черный предел. И тут, в принципе, говорить не о чем. Я вижу еще несколько дверей, там различных подходов куда-то, проходов, но сомневаюсь, что выход минерала. Да ладно тогда. А в каком я бою, никто не знает. Ну и ладно. Может, мои соратники где-то там дерутся. Блин. Я не думал, что оно будет гореть. Ну, это в принципе логично, но... Я смогу это пробежать. Да, почему нет? Я смог. Причем довольно-таки просто. Зачем? Я не думаю, что тут именно так нужно было подниматься, но ладно. Я другого входа, в принципе, не вижу. Поэтому я, в принципе, здесь. Чё, ребят? Да отвали ты, ну... Ой, в жопу. Надо сначала мага упокоить. Потому что этот выродок мне життя будет не давать. Чему-то маги это единственные, кто мне наносит урон. Какого хрена вас тут так много? Объясните мне вот это вот, пожалуйста, каким-то... Ладно эти, блядь, корусы и прочая хрень. Я вот этим вот займусь. Но вот фалмеров почему так много? Они наверняка, как и все эльфы, живут очень долго. Насколько я знаю, они не бессмертны. Не, они не имеют такой способности к жизни, как, допустим, те же вампиры. Их можно уничтожить. В теории они бессмертны. Так, что же? Что же? Новая локация? Морозный туман. Люминатории. Что-то связанное со светом. Хорошо, давайте посмотрим. Что нас ждет в этой локации? Пока что мне сюжет напоминает один старый фильм «Путешествие к центру Земли». Только тут у нас нет столь харизматичных спутников. Хотя фалмер, который чешет жопу, это прикольно. Блин, ну только сел передохнуть. Какого же черта?
что у тебя есть? А, у тебя есть превосходная фалмерская броня, между прочим. Это хорошо. Я тебе отрежу ухо и заберу твое золото. А ты свой? Блин, как бы тебя не перепутать? Так, что я там хотел сделать? А, точно, пора уже серию заканчивать, в принципе. 30 минуточек я уже наснимал. У меня уже и волос начинает немножечко барахлить. Надо немного отдохнуть, попить воды или чайку. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.